Тут чирики на развес был. Развесные чирики. Надо кому чирики на развес. Надо пятерки. Ну, смотри, как он стал. Опа, упал. На 750, смотри, как жалко. Да, был хорошей монетой. Да. Жалко. Чья же это работа, этот ломбард? Что они творят? Не жалеют монеты конкретно. Вот, это будем... Да. Не режьте монеты, ё-моё. Не носите вообще ломбард монеты, нельзя это делать. Они не понимают ничего в монетах. Портят шедевры. Историю портят, как такое? А, да. Жалко, да. Разве так можно? И никакой наказания. Кстати, за вот, смотри, расход шемпеля. Видел. Брак чеканки, такого не часто бывает.